My prayer for those children is that they would understand love, love of God. And from there, everything changes. И жила до войны в городе Краматорск Донецкой области. Я работала учителем живописи в художественной школе. Война началась неожиданно. А через 2 дня нам предложили работать волонтерами на железнодорожном вокзале, чтобы помогать эвакуировать детей. Каждый день с 7 утра и до комендантского часа мы успевали посадить 5-6 эвакуационных поездов. Это было где-то от 500 до 800 человек в день. И мы этим занимались 1,5 месяца, пока произошла трагедия, и в район вокзала прилетела ракета. Ну, Бог нас не оставил. Молюсь, Господи, уповаю на Тебя. Дай мне силы, терпения, мудрости и смирения на этот день, да. В Польшу мы приехали на Пасху. Пали сюда 17 мая. This was a new built hotel that before official start gave their rooms to welcome refugees. Today they had the distribution of the boxes. They also had a greater journey lesson. God has done something very special for them. Я надеюсь, что эти духовные занятия, которые с ними проводят люди верующие и церковь, и ваша в том числе, они помогут им вырасти хорошими людьми, духовными людьми. Моя главная мечта, чтобы жизнь у моего ребенка сложилась более удачно, более счастливой. Боюсь, что дети оценят это внимание, эти подарки и то, что с ними стараются заниматься. We see the magnificent hand of God in these boxes. We hope that the message will bring healing.